Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy F14. И сейчас мы разберемся, как вставить SIM-карту, либо же SD-карту в данный девайс. Итак, для начала. У нас здесь есть, как бы, показывает сеть телефона, я не понимаю почему, но показывает. Перейдем в настройки. В настройки подключения, диспетчер SIM-карт. Как видите, SIM-карт сейчас нет установлен. Итак, выключаем наш девайс. Просто экран можно выключить. Для чего берем какую-то скрепку или как можно ключик, конечно, он был бы лучше. Для того, чтобы вытащить слот SIM-карт из гнезда. Возвращаем телефон на место. Ключик тоже нам пока что не надо теперь. И вот так вот это выглядит. Здесь есть слот для SD-карты, microSD, и два слота для SIM-карт, для нано-SIM-карт. Теперь размещаем симку золотистым покрытием вниз и точно так же возвращаем наш слот обратно в телефон. Включаем его. Просит нас ввести пин-код от карты. Как видите, уже телефон ее увидел. Что ж, на этом все. Таким образом мы вставили SIM-карту в данный девайс. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До скорых встреч.